не понимаю, ты меня не поддерживаешь, он уходит? Подожди, нет, не поддерживаю, но если хочешь, я тебя... А? Оставайся. Зачем? Ну, если ты хочешь. Если ты недорогая семья, оставайся. Почему недорогая? Если тебе не важна семья, чтобы ты ее так не такой... Ну, сколько ты человек задеваешь, что ты даже семью уводишь? Да, человек настолько задевает, а семью можешь. Нет, пошли, что я тебя поддержу. Я твой муж, тебя в любом случае поддержу. Ключи только возьму от машины. Не надо тогда говорить, что ты это делаешь. Если хочешь, оставайся. Да, если тебя чмурят. А кто меня чмурит? Если тебя чмурят, меня ничего не чмурят. А ты не считаешь, что это одно целое? А что ты говоришь, что тебя чмурят? Кто меня чмурит? Ты чмурят, ты считаешь, что нормально? Жень, чмуришь ты. Что я чмурю? Я вижу, что ты чмуришь человека, а не тебя чмурят. И это нормально. Пошли. Пошли. А мне что, надо проглатывать? Пошли, не надо проглатывать. Надо брать сумки с ребенком и уходить ради какой-то, не знаю, там... Не ради, ради семьи своей. Мне уже люди все пишут, как мы можем проглатывать. А знаешь, что она говорит? Я несла в раздор в семью. Да, она сейчас реально, получается, пищечку просила. Она захотела, но устранила границу. Да, не устранила. Она устранила. Счастливую семью с проекта, я считаю. А я считаю, что у нас счастливая семья будет за проектом находиться. Женя там вещи собирает, вроде уже говорит, все достало, уходить. Ну, я думаю, что он там ее в любом случае переубедит.